Больше 200 пчеловодов со всей Сибири приехали в Алтайский край на традиционную встречу. Пасечники обсудили прошедший сезон и поделились опытом. Такие мероприятия для пчеловодов проводят больше 10 лет. Изначально на встрече собирались не больше 30 человек. Сегодня количество выросло в разы. Расширилась и география. В этом году в селе Язово Тальменского района собрались делегации из Алтайского края, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Ростова-на-Дону и даже Казахстана. Здесь есть и любители, и профессионалы. То есть здесь многие приехали с семьями, женами, с детьми. Это такой праздник пчеловодов, всех тех, кто влюблен в пчелу. Пасечники обсудили применение нового оборудования, изменения в законодательстве, поговорили о породообразовании и племенной работе. Пчеловоды из Змеиногорска рассказали, как повысить урожайность с помощью среднерусской пчелы. То есть мы научный метод применили, то есть скрещивание двух пород, кажнити и среднерусской. И теперь у нас, значит, так называемый кросс получился, который, ну, эффект дитерозиса здесь присутствует, и 30% как минимум урожая добавляется. Сегодня в Алтайском крае только по официальным данным более 190 тысяч пчелосемей. Для сравнения, 5 лет назад их было чуть больше 180 тысяч. Кто-то занимается разведением пчел только в коммерческих целях, другие же называют это делом всей жизни. Мое мнение, я в пределах 40 лет уже держу пчел, что это не бизнес, это образ жизни, это ответственность к этой продукции, это вкладывается вся работа, душа –